Друзья, всем привет! Сегодня мы сажаем помидоры, основную часть. Вот наша рассада в ящиках. Что это за помидор? Это томат взрыв. Вот такой, по идее, он должен быть. Но их тут три сорта. Вот еще что тут? Так, арбузный и еще один Петр Великий. Вот. Сперва мы делаем вот такие вот лунки. Супруга моя и сын накопал. Супруга вот ложит чистотел, но надо его без корней ложить, чтобы он не пророс. Ложит чистотел. Но с семенами. Было что собирать. Семян нету еще на ней. Вот. Потом. А, ну ладно. Возможно. А потом сверху мы садим. Берем растение само, вот она с землей, супруга моя с ящика вытаскивает его. Нижние листья мы обрываем и под небольшим углом садим помидор. Сейчас я, Жень, подожди, сейчас сыпну. Потом берем вот такой вот у нас перегной. Тут как бы навоз, семечки там такое перегнившее. О, сейчас еще чуть-чуть подсыпем с земли и польем. Ну и вот так вот мы сажаем томаты. Потом покажу, как у нас они будут плодоносить. Вот мы пока два посадили. И Жень, полей его. Да и этот тоже заодно. Вон ведерко. Вот такая у нас земля, чернозем. Основное, главное, полить хорошо, чтобы он принялся. И теплой водой. Жень, лей сюда. Этот вот немножко поставили сразу ему опору большой сильно. А это вот мы садили в парник помидоры, и несколько осталось, и мы их высадили в открытый грунт. Ну вот и не видите, как бы листья у них желтоватые. Был такой не то чтобы мороз, а градусов 3-5 тепла утром. И вот они такие не сильно веселые, но толстые вот. У основания помидоры рядом с капустой. И вот сейчас мы продолжаем высаживать помидоры. Сейчас покажу, как помидоры выглядят в парнике. Друзья, ну вот парничок, именно парник, не теплица. Вот так выглядят помидоры в парнике. Как бы немножко прикрытые, уже повеселее они выглядят. Те же сорта, что сейчас на улице. Вот так они выглядят. Цветут потихоньку. Вот они. И несколько перцев посадили. Один, видать, медведка съела. Вот, видите. Сейчас я вытащу. Да нет, вроде корень нормальный, не знаю, что с ним произошло. Вот эти вот, видите, более-менее живые. Их тут несколько штук-то всего, этих перцев. Помидоры нормально выглядят, повеселее. А с перцами вот один пропал, получается. Ну все, друзья, все, что хотел на сегодня показать, это как у нас помидоры растут, выглядят, как они. Всем спасибо. Всем пока.